пишут о том, что запрещенный вот как раз Корчинский был в библиотеке. И это как раз те книги, которые я увидела, что подброшены. После чего следователи, ОМОН, мило просили покинуть помещение. То есть 15 человек, двое из них в масках с автоматами, против 4 женщин. Никто из них не представлялся. Когда мне выписывали повестку, спросили мое имя, отчество, я ответила, попросила сказать, а вас как зовут? Все такие вопросы игнорировались. От них слышно было только «не мешайте следствию», «вы мешаете следствию», «покиньте помещение», «кто вы такая», «почему вы здесь находитесь». То, что я сотрудник библиотеки на работе в рабочее место, их не устраивало. Даже не знаю, против кого это все нацелено, потому что сотрудники библиотеки – граждане Российской Федерации, читатели библиотеки – граждане Российской Федерации. Возможно, исходя из названия, у людей складывается мнение, что это какой-то оплот русофобии в России, что украинские националисты создали свою организацию. Это абсолютно не так. Не знаю, сколько это. И никогда не было книг, включенных в федеральный список экстремистов.